Первый сет. Сан Саныч и Максим. Два друга. 6-7. Давних друг. Давние друзья. Так, обидно, обидно, обидно. 8-6. Если висит мало, то Я не знаю, так говорят. 9-6. Вот в этой. Угадал. Всегда выигрываю. 7-9. 8-9. Сан Саныч, 0-1. 0-1. Это жара, да? Спасибо. 11-10. Жарко, душно, душно. Уже не столько жарко, но в тени здесь парни. Но это уже отдали, никуда не девается. 11-10. 11-11. Ходит и ходит. Ой, 67. 12-11. 12-12. Сан Саныч, это что? 13-12. Матч поинт направо. Ветер, ветер. 57. Максим, я уже забыл, какой у вас счет-то? 1-1. 13-12. 2-0 по сетам. Архан еле-еле отдал прям последний сет. Спасибо. О. Роман, выбирай себе партнера. 2-1. И на первый стол. Ребята, кто? Григорий. Первое. Кто не играл с Романом? Я. Я играю. Траектория для так. 2-2? 2-2. С Евгением он, да. Роман и Евгений. Роман и Евгений. Да. Ракетки друг другу показали, все понимаете, кто чем играет. Вопросов нету, претензий, шипы, гладкие стекло. Все, все довольны. Все, несколько разиков поиграем. Почувствуйте, рука какая сильная у противника. Не попал? Нам нужно два стола сыграть. Мне два стола. 3-2. Идет Сан Саныч. 3-3. Так, подождите, подождите. Вот. На первый стол выходит Роман и Евгений. Подачка разыгрывает. Евгений нападает. Это же... 4-3. Сан Саныч, только с руки не подавайте. Ах, как срывается, обидно, да, Саныч, все же было с этой рукой. 0-1. Мои подачи, да? 3-4. А, в ту же сторону за стол. 2-0. 2-1. Молодец, какой он вытащил два удара назад. О, сопля. Счет. 2-3. 5-3. Сан Саныч идет. Ох, 4-2. Замечательно. Быстро, остро. Над сеткой в 1.5 миллиметра пролетает мячик. 5-2.
2, 6. Садитесь, попали, как домой. 6, 3. Я сказал, 3, 6. Не подготовлен. 6, 3. 6, 3. Сан Саныч впереди. Да. 3-7. Молодец, Евгений, молодец. Почему? Что там было-то? Сетка? 5-7 даже. Сан Саныч. 3-7. Все. Какой график не зарабатывает. 5-8. О, 3-8. 6-7. Да. Правильно, да, что? Да, 6-7. 7-7. Да, такой розыгрыш. 8-4. 8-7. 7-9. 9-4. Взрывается. 9-10. Евгений вышел вперед в этом сете первый раз. 1-й сет выигрывает Евгений, 11-9. Это, наверное, у нас маленькая сенсация внутри турнира. Так, первый топ давал. Подача справа. 5-9. 2-й сет, 0-0. Роман на подаче. Тут у нас безобразие. Роман, воды дать? 5-10. 1-0. Все, Роман начал подавать длинные подачи, и не готов, не успевает. 3-й очко на 2-0. 10-6. 0-2. 1-2. Я 11-6. Первый сет выиграл Сан Саныч. 1-0. Сан Саныч. Максим, чувствуется, давно не играли, да. 3 недели не играл. Да. 4-1. Спасибо. Ну и потом там противник сильный, все, к концу возвращает. Да, Сан Саныч он такой. Он устащил, позвался. 5-1. Налево. 5, а, право, 1-5. Все, да, ваш Евгений. 2-5. 6-2. Второй сет. 0-0. Скидка на шляпу больше не принимается, Сан Саныч. Я и хочу ее поправить. 7-5. 8-5. 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
5-9. Евгений нас сегодня радует. Да. 6-9. Электро. Это не на карте, а.
2-0. 10-6. 3-0. Блестящий левый топс. 1-1 по счету, меняемся. Вотербрейк. Кладенсен советует тренера. Сейчас даже зрители могут что-то сказать. Браво. Да. Молодцы, зрители. Молодцы. Браво. Женя, давай. 1-1. Максим, счет. 1-4. 1-4. 0-0. Так, зрители молчат. 0-1. 1-1. Розыгрыш закончился, можете... 4-2. Ошибка. Вот так вот, 1-1, 3-1. 5-2. Никто не обыграет, Алексей. 4-1. Я в недоумении, я в растрации. 4-1. Так, 5-2. 1-5. Две подачи, 2 очка за стол. С подачи Евгений отправляет мячик. Роман. 1-5. 2-5. 3-5. 3-5. И второй за стол. 5-3. Две подачи, 2 очка. 5-4. Что ж такое-то? 3-5. 4-6. 5-6. 4-5. Ох ты, 6-4. 6-4. 7-4. 8-6. Что там было, Максим, не видела? 9-6. Не попал? 9-6. 8-4? Да, 4-8. Ага, 4-8. 6-10, матч-поинт. Да, 5-8. Игру мы с вами видели. Замечательно, Евгений, спасибо, вы были так. Великолепны. Такие розыгрыши нам показали. 9-5. Сан Саныч, давайте не отвлекайтесь. Паузу сделаю, 5 минут. Да, хорошо, паузу. 9-5. Не играл. Игорь, система за ребят не играл. А вот мы хотели вдвоем на первом столе. Идите, играйте. Не надо, вот первый. Нет, вот вдвоем они. А вот вдвоем хотели. Давайте. Ух ты, вот так вот. Всех сломали. Да. Ну, кто так ставит? 10-5. Сетка ваша? Если во время очка, она сломалась, то ваша. Ремонтируй. Нет, если упала во время очка, она сломалась, попала. Ну все, надо переиграть очко. Она сломалась уже потом. Потом, ага. Ну, может, войдешь? 10-5. Ладно, сиди, отдыхай, помогай. Веревку натяни. Ты чего? На первый. Сереж, помоги! И Григорий. Несколько минут, они. Ну что?
помнят, как играть в этот замечательный вид спорта, в настольный теннис, на великолепном черном отремонтированном, отреставрированном столе, в черном Эльве, в черном Григорий. Ух, матч черный. Так, давайте, 10-5. Супер, мега. А теперь выясним, кто же будет подавать. 10-5. Разыгрывать тон подачи. Так, на подаче Григорий. Так, 11-5, партия 2-0. В двух сетах победил Сан Саныч. 0-0.